Ученые Уральского федерального университета, похоже, стали на шаг ближе к главной тайне Вселенной. Студенческая экспедиция в Якутии обнаружила настоящий клад – 165 килограммов метеоритов. Эти космические тела, говорят ученые, помогут узнать, как появилась планета Земля. Красавец! Вон, уже докопались мы до него. По предварительным данным, все эти осколки являются частью большого метеорита, который на несколько тысяч лет старше Земли. Уникальность их в том, что космические тела имеют необычный состав. Каждый осколок на 80% состоит из металла. Обычно метеориты каменные. По мнению ученых, это обломки планеты, которая только начинала формироваться. Так что эта находка, возможно, поможет открыть главную тайну Вселенной – ее происхождение. Этот метеорит действительно уникален. У нас другого такого на территории России просто не найдено никогда. Потому что он переходного класса. Это смешение может предполагать, что был какой-то высокоскоростной удар вот таких вот зародышей планет. В Екатеринбург доставили еще не все метеориты. Из-за значительного веса находки, все-таки 165 килограммов, участники экспедиции привезли только первую партию космических обломков. Еще 140 килограммов отправят поездом. Этих материалов хватит на годы изучения, а студенты и преподаватели собираются уже в новую экспедицию в следующем году.